Всем привет, это обзор от канала Grandkey.ru, и сегодня мы рассмотрим цифровое пианино Kurzweil K130, стильный, недорогой корпусный инструмент. Kurzweil K130 – корпусный инструмент в ценовом диапазоне переносных клавиш. Он сравним с Roland FP30, Hawai ES110, Yamaha P115 и корпусным Casio PX770. Имеет градуированную взвешенную клавиатуру, то есть как у акустического пианино. Полифония на 32 голоса, динамики по 15 Вт. На панели перед исполнителем расположены кнопки тембров и режимов. Слева под клавиатурой расположены два входа под наушники. Под задней панелью расположены разъем для питания, джеки, вход и выход, разъем USB и подключение педалей. Педали 3 отвечают за общий сустейн, сустейн отдельных нот и приглушение звука. Выпускается инструмент в двух цветах – белый и палисандр. В обзоре мне поможет Илья Коростелев. Рассмотрим некоторые режимы. Комбинирование тембров. Разделение клавиатуры на два тембра. Разделение клавиатуры на два равных по диапазону участка. В этом инструменте 16 тембров. Рассмотрим некоторые из них. Итак, Илья, что скажешь об этом пианино? Прекрасное цифровое корпусное пианино, которое подойдет всем желающим, кто хочет приобрести не очень дорогой инструмент, но хочет начать этим заниматься. Есть на передней панели два входа для наушников. Здесь есть прекрасных 16 звуков, в которые входят скрипки, входят родосы, входят пианино, стандартные звуки. Могу для себя отметить, что больше всего мне понравились звуки скрипок и фортепиано. Визуально очень стильный инструмент, и он может вписаться не только в домашние условия, а возможно в какой-нибудь ресторан или помещение, где нужно играть живую музыку. Отлично, спасибо большое, Илья. Это был обзор на цифровое пианино K130. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!